Во вторник в небольшом швейцарском курортном городке Давос в очередной раз стартовал Всемирный экономический форум. Однако на этот раз, похоже, он запомнится не набором высокопоставленных гостей, а списком тех, кто его пропустит. Из лидеров стран Большой Семерки форум посетят лишь канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абе и глава Кабмина Италии Джузеппе Конте. Остальные главы государств отказались от поездок по разным причинам. Президент Франции Эммануэль Макрон пропустит мероприятие из-за протестов желтых жилетов. Премьер Великобритании Тереза Мэй из-за проблем с Брекзитом, а президент США и вся американская делегация из-за закрытия правительства, спровоцированного самим Дональдом Трампом. Не приедет в Давос также канадский премьер Джастин Трюдо. Его сильно критиковали после прошлогоднего визита из-за его высокой стоимости. Пропустят форум глава КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, президент Аргентины Маурисио Макри и российский лидер Владимир Путин. Он вообще был в Давосе лишь один раз, да и то в качестве премьера. Зато впервые в Швейцарию приедет новый ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару, победивший на осенних выборах на волне роста недовольства населения страны правящими элитами. Правда, удручающая атмосфера царит в Давосе не только из-за отсутствия многих мировых лидеров. Форум посвящен проблеме новой волны мировой глобализации и общему замедлению темпов роста мировой экономики, которая, как опасаются некоторые эксперты, может войти в состояние рецессии. Однако организаторы мероприятия не разделяют этих опасений. По их словам, на форум приехали около 3000 участников, в том числе 120 высокопоставленных делегатов, что даже больше, чем в прошлом году. Среди них, например, гендиректор Apple Тим Кук и главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.